Всем привет. Сегодня сказали пораньше забрать ребенка в связи с погодой. Сильный дождь сегодня. И опять все дороги залило. Вот я уже пришел за Полинкой. Сейчас посмотрим, чем они занимаются тут. Лина. Привет, Лина. Привет, Сердар. Что там делала? В окно смотрела? А? Ну и что там интересного в окне? Да ты там был! А ты там был! Ты меня что, видела, что ли? Да! Думаю, валюйся. Ну рассказывай, что делаешь-то? Где учительница, покажи. О! Это кто вот это? Вот эта девочка? Это учитель. Какая? Okay. Учитель. Учитель? Только он... А? Она мало нас учит. Мало учит? Покажи, где ты сидишь. Она... Где ты сидишь? А? Где? Здесь? Да. А с тобой кто сидит? Как зовут их? Это моя подружка. Как зовут ее? Анна. Анна? Да, Анна. Минзе Анна? Просто Анна. А, окей. А его как зовут? Его я не знаю. Не? Ясно. А вон тут дяденька вот за компьютером, это кто? Вон там. Ага. Это нянечка. Нянечка? Странно. Нянечка вон вытирает там полы. Привет. Привет. Кепка у меня в мотоцикле, если что. Чья? Я тебе хотел сказать, а вы меня проведете до моего дома? А? Вы меня проведете до моего дома. А мы вообще далеко живем. Далеко. А? Мы далеко живем, мы на мотоцикле ездим домой. А никто меня не проводит. Проводит, сейчас папа должен приехать за тобой. Нормально, дороги не сильно залило. Ну кто это может заряжаться? Ты что истеришь-то? Сердар, ты здесь сидишь, да? Здесь сидишь. Чего сегодня учили? А? Он вырвал себе зуб, ты заметил? Ну вывалился он, наверное, вырвал. Ну, расскажешь что-нибудь еще, нет? Где вы спите? Здесь же спите или в другом классе? В другом, да, классе да. спите? Пойдем. А здесь что-нибудь расскажи, здесь что-нибудь расскажи. В этом классе, что есть интересного? А? Тут? Да. На. А? Не знаю. Ладно, пойдем. Что-нибудь интересненькое расскажи. Вот ребятам расскажи. На камеру. Короче, там какие-то звездочки получаешь, а потом что-то играешь. Это руки мыть, да? Ладно, пойдем, Поля. Бери свой шубау. Где? А ты как его? Ути. А? Да. Термос. Покажи, где ты воду набираешь себе. Вот так вот берешь термос и идешь за водой. Покажи, куда. Все взяла? А? Да. Ну давай, показывай. Ключи у меня. А? Ключи у меня. Ключи у меня, ясно. А все спрашивали, это от дома ключи? Я говорила, нет, от этих колесиков. От гироскутера, да? Да. Вон там. Ну, понятно. Он тебе учиться не мешал? Вот это вот. Ключи. Она одинаковая вот эта. Давай. Я... Вода одинаковая, просто два крана, да? Да. Но я наливаю горячую. Она теплая или горячая? Так теплая. А это холодная. Не работает, да? Да, не работает, потому что всю воду вылили. Ясно. Ну расскажи что-нибудь еще. Куда вы еще ходите? В какие классы? Покажи. Да. Давай. Это что? Куда вы идете? О, смотри, здесь мокро. Дождик, представляешь? Видимо, здесь. О, нифига себе, смотри. Вау, пионеры! А флаг вы каждое утро поднимаете, Полечка? А? Да. Где, на поле или где? Сейчас
Сейчас не поднимаете? А где поднимаете это? На поле или где флаг? Да, на поле. На поле, да? Музыка играет, да? Да. Ну, ясно. А эти барабаны хоть раз играли? А? Барабаны эти играли? Ну. Никто не играл, да? Это галстук называется. А? Вот, я не верю. Ну, все, уже баловаться не надо. Пойдем. А теперь пойдем. Дальше, где вы еще занимаетесь? Покажи. Мы не учением занимаемся иногда. А иногда я вам сейчас покажу, где мы спим. А, где спите? Ты спала сегодня? Нет. А? Нет. Почему? Потому что все дети шумели. Они все... Они прям все шумят, что ли? А он тот дяденька, он тут по-английски говорит, ты его знаешь? Куда мы идем? О, а сейчас я покажу, где мы спим. Поем. А, поете? Пианино стоит. Вы здесь прям заходите и поете, да? Да. Китайские или английские песни? А? Китайские или английские песни поете, Полечка? Да. По-русски? По-русски? Что, реально по-русски говорит? Да. Он плохо говорит, наверное, да? Нет, он очень хорошо. Он русский. А, ну вот, вот, пожалуйста. Носители языка обучают в канадской школе. Чуть-чуть по-английски говорит с таким хорошим произношением. Все, уже носители языка получается. И еще? А вы куда мы пошли-то? Почему мы куда-то поднимаемся? Спать. Вот туда поднимаетесь спать? Да. На четвертый этаж? Чувствую себя. Подожди, я хочу заснять. Ну, ага, вон там можно крышу заснять. Вид хочу заснять с крыши. Поле. Где у них флаг? А вон флаг поднимают они. Поля, не надо туда ходить, на крышу, не надо. Пошли. Папа, почему он... Ну, потому что ты иностранка, он с тобой по-английски разговаривает. Он же по-русски это не умеет говорить. Ну, он может по-китайски говорить зато. Вот. Куда? Здесь спите? Нет. А где? Ну вот у вас-то вот такие кровати, да, в общем? Вот такие. Нет, кровати. Не вот такие. А какие? Другие. А? Другие. Ну все, пошли, что ты хоть просто ходишь, а? Да, у нас. Слушай, ну ты баламут. Я знаю, где кровати. Что знаешь? Где все кровати? О, вон кровати, смотри. Это не наши. Ну все равно примерно вот так это выглядит. Ну хорошо, где твоя комната? Где твоя кровать? Одинокая. Вот эта кровать твоя одинокая. Ну нормально. Тут со мной девочка. Кондиционер вам включают здесь? Кондиционер, да, нам включают. Все кондиционеры. Все. Раз, два. Раз, два и вентиляторы есть. Ну, нормально. Ну, прям вот все ложатся или прям вот. Нам можно не ложиться, можно сидеть, а? Нет, что? Нас как иногда ругает, короче. А, вот так вот сидит, да, и он смотрит, да? Нет, учительница, короче, тут сидит, ага. А дети, если наказаны, они все тут на кровати лежат. Сидят вот так вот, да? А, ну ясно. Или стоят. А ты сидела, вот. А ты наказанная была? Нет. Точно? Да. Ну, ясно. Ты спи, не стесняйся. Слышишь, Полюш? Потому что рано вставать. Рано встаешь, устаешь. Спи.
Кормили сегодня? Нас? Да. Короче, один раз. Почему один раз вас кормят? Мне кажется, ты что-то не договариваешь. Нет, у нас были три перерыва. Три перерыва? Ну. А потом папа едет тут. Где? Вот сюда. Нет, я хочу тебя снимать. Ну давай еще рассказывай что-нибудь интересненькое. Расскажи про школу. А? Я рассказала очень интересно. Если получишь эти вот звездочки, то можно там и...